На снежный городок Благовещенский нужно еще 1 200 000. Первоначально его строительство оценили в 11 миллионов рублей. Эти деньги уже выделили. Но оказалось, что затрат требуется больше. Решение пока остается за депутатами Гордумы. Изменения в бюджете 2012 они должны утвердить сегодня. А накануне комитет по бюджету, финансам и налогам утвердил дополнительные доходы в этом году. Дополнительные доходы составили 113,5 миллионов рублей. Это налоговые поступления, экономия бюджетных средств, а также часть средств из резервного фонда. Комитет по бюджету решил направить деньги, к примеру, на модернизацию коммунальной инфраструктуры, безопасность дорожного движения и на транспорт. Поступило предложение также потратиться на покупку техники для уборки городских улиц как зимой, так и летом. Предполагалось, что 40 единиц техники обойдутся в 150 миллионов рублей. По лизингу расплачивались бы в течение 3 лет. Помимо всего, мы разбили весь город на 7 секторов. Значит, эти 7 секторов будем рассматривать, помимо всего, значит, делать аукцион со следующего года, заводить в пределах, как пилотный вариант, 2 частных предприятия, которым также отдадим на весь год полностью обслуживание тех микрорайонов, которые будем принимать вместе с вами решение, какую часть города будем отдавать. Однако комитет предложение не одобрил, не хватило 1 голоса «за». Поднять этот вопрос снова, тем не менее, могут депутаты, которые сегодня рассмотрят бюджет.